ходим. А ты же хотела зайти куда-то в зелье. Ну да, сейчас мы зайдем туда. Это тоже в фантомном или нет? Ну да, это фантомное измерение. Да? А давай еще посмотрим, сколько у них самоцветов. Ну посмотри. Посмотри, сколько у тебя самоцветов, сколько чего там. Ого. 4200, да? О, мне как раз еще штучки. И причем они полностью выросли за это время. Да? Угу. 18 штук тебе даст, да? Да. А у тебя два дерева? Да. Это с двух деревьев ты собрала? Да. Да? Угу. И они всегда будут мне давать. Ух ты, вот ты пришла. 18. А ты снимаешь? Да. Какой? Давай купим. Темный трон? Да. Ну ты же все потратишь. Ну и что? Ну смотри. Какой бы мне взять? Давай мы возьмем вот такого. А фиолетово есть? Есть. Такой не нравится? Нет. Мне понравился тот. Вот такой. Ну бери, если хочешь. Он красивый. Пошли домой. Вот тебе 720 еще осталось. Или ты придержишь пока деньги? Придержу. Да. А мне, в принципе, сейчас хватает на зелье ускорения. Давай купим. Это не хватает тебе? Хватает. А у тебя есть зелье ускорения? Три. А зачем тебе еще одно? А давай ты покажешь все свои зелья. А, давай. Какие у тебя есть. Сейчас. Да, сейчас покажешь. А давай сейчас используем зелье убедительное. Ну, как хочешь. Давай. Ну, ты покажешь сначала все свои зелья, да? Вот тут. Ну давай, показывай свои зелья, какие у тебя есть. Еще надо посмотреть, какие мне предметы повыпадали. Покажи зелья, да? Сейчас я покажу. Так, давай, какие у тебя есть? Одно зелье. Зелье снегов. Снегопада в логове. Зелье дождя в логове. Зелье превращения в питомца. Три штуки, да? Да. Зелье диска. Два штуки. Уменьшающее зелье, зелье свечения, ускоряющее зелье, три штуки, зелье цветов в логове. Ну, цветов у меня у нас больше. Это все, да? Да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ой, нет. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь видов зелья у тебя, да? Угу. Ну, отлично. И давай оно используем. Я хочу вам одно местечко показать. Я думаю, вы уже... Ну, кто-то, может, уже знает это место, а кто-то нет. Да? Угу. Ой, не туда. У тебя когда-то было и сапфировое зелье, ты его использовала. Ага. Да? Папа, иди сюда. Да. А тут. Вот видишь такую маленькую дверку? Вижу, да. И знаешь что? Сюда можно пройти. И что там? Ну, там будет небольшой магазинчик. Да? Как это не тут? Это вот тут зелье. Зелье... Я специально его покупала для этого, чтобы туда пройти и показать. Ао! О, все, зашла. Папа, смотри, да. Прикол. Да. Я зашла в ту маленькую дверку. Ух ты. Правда, тут не предметы для угла вещи. Угу. Это все маленькое. А оно тут, правда, все такое дорогое. И рюкзачок понравился. Давай возьмем вот такой. И мне еще на что-то хватает. Давай возьмем вот такой. Все оно тоже будет долго. Пусть такая будет. Есть, смотри, какой питомец большой, я маленькая. Ну что тут дальше у нас? Аленка. Ничего. Я хочу. Папа, смотри. Вот видишь, я нажимаю, но не это. Не работает, да? Вот это мы заберем. Thank you.
тут был шалфетки этот. Угу. Ой. Все. Давай сейчас друзей удивим. Ну, как ты хочешь удивить? Да, Саша, мы вас удивим. Ань, туда нельзя. Пих. Перейти к другу. Привет. И что там у тебя сейчас? Да, приглашает. Приглашают гости? Ну, какой-то, ну, такой себе. Поздравляю. Поздравляешь друзей? Он написал, у меня сегодня день рождения. А, поздравляю. Рождения, да? Поздравляю, напиши. Я написала, поздравляю. Да? Да. Молодец. Может, ты зелье уже использовала, да? Ты еще маленькая? Ну да. Так сходи еще раз в то логово. Да? Дорог, ну, сейчас иди. Я придумала, что дать. Что это? А, будешь меняться? Я подарок ему хочу сделать. Ну, сделай. Где эта штука? Какая? Вот эта. А там не осталось? Да, там не осталось. Это подарок. Подарила? Угу. Ну, пусть человек носит, да? Угу. Ну ладно, всем пока и до скорых встреч.